Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Криптофермер, где я абсолютно без вложений зарабатываю монету USDT. Сегодня буду делать очередной вывод. На балансе у меня $1, как мы видим. Минималка на вывод, напоминаю, на Pair 3 цента, а на Faucet Pay минималки вообще нет. Здесь, кстати, сейчас идет у них, как бы, как это называть, скидки, цены снижены на 50%. У меня 5 уровень, как бы я ничего себе не покупаю. Вот, сейчас я корову соберу молоко. И иду сюда. Как видим, у меня вот уровень 5. Сейчас я и поставлю на вывод этот доллар. Буду выводить я на Pair. Так. Таким вот образом я собираю. Так. Значит, что мне нужно? Ребятки, мне надо выводить. Так, значит, у меня вывод. Кликаю вывод. Я вот это копейки сотру. Беру. Сюда поставлю 0. Пусть будет $1. И кликаю. 3 цента на Pair. На Faucet Pay минималки на вывод нет. Pair. Ясно. Сейчас я. Пусть будет как есть. Начала менять я уже. Вот так как есть, так и есть. Pair. Все. Монетки мои вывелись. История вывода. Комплект. Видим, вот. Я думала, тут без копеек вывести. Но да ладно. Вот мой $1. Pair. И что у нас сегодня? 28 октября. Идем на Pair. Перезагружаем страничку. И, пожалуйста, 28 октября плюс $1. Сейчас сюда кликнем. 28 октября. Перевод выполнен. $1. Криптофермер. Все шикарно. Платит. Далее что иду? Собирать свой сыр таким вот образом. Я собираю, периодически выпадает у меня, естественно, капча. Как же без нее, без капчи. Вот. У меня на 5 уровне я могу собирать раз в час по 7 сыров. Ну, в принципе, и все. Кому интересно работать и зарабатывать, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока!